Сегодня 14 февраля. Посмотрите, какая красота. Детям, ну, взрослым, как обычно, оливки, сухарики, это лимонад детям тоже, это дети тоже у нас любят такие пельмешки, апельсины, нет, мандарины вышли здесь, килограмм 200 грамм. 250 даже почти. На 200 рублей почти вышло. Так, пиво. Еще лимонад. Авокадо. И молоко. Чипсы вот такие я люблю. Вкусные. С зеленью и есть обычные соленые. И километровый чек. Вышло это все на... Салатик. Как называется? Чука. Чука салатик. Это запеченные. Это новые, непонятные. И в подарок опять дали нам с краба. Да. Это подарок. И вот стандарт, который мы заказываем. Правда, название не помним. Сет унаги. Это сет, да, сет унаги.